коврик для мыши. Чуть-чуть помялся. Ну, пришел не просто, а упаковка даже бумаги. Где он тут открывается? Совсем не помялся. Снизу такой липкая резина. Да, будет же прилипать к столу. Мышка ходит отлично. Такой резина по сравнению вот этот тряпичный, упругий. Этот липкий, мягкий и скользкий. Даже потому что этот тряпичный, тот скользкий. Хороший.